В общем, за 10 тысяч армрестлинг между Remedy и Марлом, за 5 тысяч, кстати говоря, не знаю, набрали или не набрали еще, за 5 тысяч первый плюш разыгрывается. Дальше там на 7 тысячах, на 10, на 12, на 15, в общем, много плюшей сегодня разыгрывается. Валеру выбросили. Вот это можно считать за начало трэш-тока. Вот как он будет проходить дальше во время игры, нам расскажут наши комментаторы Зверько и Трэкстерино. Выкинули. Выкинули Валеру, и это будет отличная, мне кажется, история, как выкинули одного игрока. В результате выиграл он в Соляновой игру им. И сейчас... Зверько присутствует у нас здесь. Ну, Артём. Ребятки, всем привет. Я был очень удивлен, что меня, в принципе, выбрали. О, третий. О, игрока теперь спихнули. Главное, чтобы я не сдулся, как этот Валера. Вот такой вот удивительный для тебя опыт. Ты вообще, на самом деле, не спрашивал. Ты пробовал когда-нибудь комментировать? Я первый раз комментировать буду. Вот, ребята, поддержите, поэтому даже за такое. Выбрали Зверько, и поддержите из-за этого лайком, потому что Зверько будет сейчас первый раз комментировать игру для вас. А также кодик на экране. Кодик, да. Активируйте его. 50 активаций. Да, и забирайте там замечательные призы, в том числе и огромное количество разнообразных скинов, да, Александра? Не, слушай. Я просто посмотреть. Посмотреть хочешь? В камеру. Посмотреть просто хочу. Понял тебя. Ну и что же у нас получается? Две отличные команды там развлекаются с Валерой. Происходит что-то противоестественное? Не, ну как раз таки это естественный процесс, называется размножение. И в общем-то здесь ребятки процессы собрались. Для надувной... Давайте перейдем к драфту и посмотрим, какие процессы происходят там. Так, ну, что могу сказать? Валера лежит, бездыханное тело Валеры, отвергнутое командой данной ситуации А2. А забанены у нас Хильда и Линк. Да, Хильда в бане, Линк в бане. Интересный выбор, ну, притом, Линка. Логичный выбор, на самом деле. Ребята решили драться серьезно. Да, запотеть, видимо, хотят. По-прежнему радуются своим возможностью поиграть на Поко. Кажется, что-то Визеру мешает сидеть. Визеру что-то мешает сидеть? Даня, вытащи это. Не надо. Не садись на это. Убери оттуда. Итак, следующего забанили. Да, да. Да вы банить будете? Во, Куфру забанили. Молодцы, да? Молодцы, ребята. Так, и Барс сразу. Кто у нас лидер? Интересно, Вузский или Братишкин? Братишкин, 100%. Братишкин, он, да, если его не ставить на роль на капитана, ну, не поставить на роль капитана, мне кажется, что он не пикнет тогда Лейлу. А нужно пикнуть Лейлу, как бы, чтобы выиграть в данной игре. Опять же, сейчас это вполне логичный вариант. Ей не так сложно играть. Да, и при этом она довольно сильна, ты абсолютно прав. Маша, герой сегодняшнего дня, также, которая есть у нас косплей-модель. Замечательная Мария. Отлично, присутствует. Да, я пофотографировался. Да, это еще все, как говорится, впереди, да, еще грядет. И ну что ж ты там ерзаешь, ребят? Где? Я ничего не скажу. Remedy ждет. Remedy ждет. О, началось. Что там? Андрей присел на Визера. Ну, не на Визера, на конкретную вполне себе его конечность, я бы даже сказал. И... На ногу? А, это, мне кажется, они тактику продолжают обсуждать. Тактику? Это у них такая тактика, на коленке присаживаться и обсуждать тактики? По стратке? Называется тактика «отдаемся». Отдаемся. Имеется здесь Халид, имеется Маша, допикали. Халида пикают, ой-ой-ой. Серьезный подход. Да, Чане, тот 100 к 1, которому мы проиграли, не выиграли плюша. Я очень, кстати, хочу плюша, а вы можете его получить, если поставите лайков. Так вот, ребята, ставьте лайки. Зверько, ваш выход тоже. Все ставьте лайки. Все ставьте лайки, поэтому я сейчас... ожидаем решения Якупи. Да, кто что, что он пикает? Ну, я думаю, убийца, да? Убийца. Странно. Ну, Ланс, да, нужен на мид. В принципе, хороший выбор. И Мартин сразу в ответ без особых раздумий. Мне очень интересно. Мартин сейчас не юзается особо нигде. Ну, кстати, его немножко апнули в проекте Next. У него было несколько апов, но они были не такие значительные. Поэтому да. В мету он, скорее всего, не войдет, но играбельный. Да, он всегда был в целом используем. Ты знаешь, как в целом Кармила. Она довольно сильна, но реализация, ну, реализовать ее очень сложно. Но если получается, ну, да. Это, ну, полная жесть. Раньше он был на уровне с Чу, то есть он тоже вносил очень много контроля и достаточно. Ну да, много потому урона. Что у него был второй скилл гиперскоростной, он мог просто перетаскивать всю вражескую команду по всей карте там метать. И да, он был довольно быстрый на стадии своего выхода. Цените, ребята, Люнакс, любите Люнакс.
Поэтому Lunox в данной ситуации команда B2 у нас Lunox отправляет в бан, потому что она любит, когда Lunox в бане. А Роджер отправляется в бан команды А2. Ну, давно А2 пора. Же, да, А2, кстати, B2 скоро его ждет нерв. Кого? Я... Роджера? Да. О, я... это неудивительно даже, я бы даже сказал. Я не делал новостной выпуск, потому что был занят. А вот Роджеру там серьезно достанется, особенно его ульте. О, смотри, защиту. Ангел. Ангел. Ангела. Ангела, ребят. Ну, это что у нас? Это у нас заявка на сплит-пуш Савыча и Ангела. Тут заявка на вообще... У нас все бойцы, кроме Ангелы. И у нас, мне кажется, заявочка на прям... с воронку в какой-то линии и прям пуш, прям... Но вы, ребята, можете повлиять своими голосованиями на ход да, боя. Да, правильно, когда будут челленджи, тогда можно будет проголосовать за вариант, и уже, соответственно, будут игроки делать то, что вы им скажете, вот так вот. Делать грязь. Да, вы сегодня, господа, как говорится. Так, ну что, банится Фаша, банится Атлас. Хорошо так закомбинили. Не, ой, банится, пикается Фаша, пикается Бакси. В результате пикнули Бакси вместо Атласа. И что, что могу сказать по пику, что справа очень довольно-таки интересная задумка. Справа будет хороший сплит-пуш, слева достаточно много магов и два убийцы. Если Алукарда воспринимаем как... Скинами, скинами. А, нет, вместо Алукарда... Да. Ты о чем? Я, все, ладно, я поплыл. Все хорошо. Пикнули Тигрила, ребята. Да. Все-таки этот пик недозаметил. Испугал меня только что немножечко режиссер, поэтому я сейчас пойду менять штаны. Но это не важно совершенно. А, в общем, что могу сказать? Справа очень любопытный пик. И, ну, пикнули все-таки Тигрила. Я думал, не до Талова пикнут какого-нибудь еще скоростного бойца. Там Гвиневру, там, и они будут там душить. Кстати, они пикнули еще танка сверху себе, и это очень интересно. У них нет особо дальников, у них, кроме... У них Ангела дальник, это не считается как бы особо. И у них имеются очень активные персонажи с неплохим здоровьем и уроном уже со старта игры. Так что в целом задавить заодно могут. Заодно, ты заметил, как стал популярен Тигрил в последнее время? Да. В ранге я его все время встречаю. Говорят, что в Азии он и раньше был довольно метовым. Его очень часто пикали, даже еще до реворка. А сейчас с реворком, что там? Гоу в игру! В игру. Так, начинается игра. Ребята уже подходят к своим позициям. Появляются щиты. Золотистые щиты, которые дают как раз-таки золото командам. И начинается игра. Давление на центре. Да, ну, ребята вдвоем здесь стали, а как раз-таки от команды Б, да, втроем. И вполне возможно Купи погибнет, но у него второй левел, он уйдет, да. Да. Правильный выбор навыков. А теперь у нас начинается задача. Второй левел, как там другие навыки? Да. А, нет, ты не пошутил? Я думал, что он не успел выформить, если честно. Все бывает. Машу вижу прессингуют на боте, а тем временем ходит забирать баф, и я вижу Маша мансит, смотри. Они вдвоем там. Это медленнее они вдвоем забирают. А они шкалу не смогли Сава добить последнюю, он смог отрегениться. Блин, это такое, конечно, кринге, так сказать. И на топе у нас противостояние. Сейчас Машу заберут. Да, нет, Маша ушла вспышкой. Опа. Заявка на агрессию. Такой так дрифтанул под фон. Ну нормально. А, на боте, смотрите, грил выкатывается. На боте файт идет. Да, выкатывается Тигрил на линию уже Сава. Блин, он ходит на последней шкале хп, регенит ее на второй. И вот так бегает. И чуть-чуть ребята не успевают. Да. Чуть-чуть ребята не успевают. Чуть-чуть не успевают добить. И теперь килл. Да, first blood. Ну и сейчас, возможно, еще додавят братишкина или нет? Не-не-не, парень держится. Парень держится вдалеке и Лаван! Держись! Беги, Вован! Та за шо? Живет, не? Не, Вован тебе бан. Все, да, хана. Все, помянем. Помянем Лейла в таверну. И отдыхать на ближайшие... А могли бы пофармить... На ближайшие несколько секунд. Сейчас, а могли правда, бы пофармить выпустим. Золото, кстати. Вместо одного крипа пофармить золото с башни. Да, да, в целом абсолютно верно. Так, ну выходит тут на лайн моментально Челстрим, за что и является отъезжает. Наказанным. Да, моментально. И сейчас идет решение на топ. Тигрила на боте все-таки. Тут и пошла уже. Ульта. Нет, почему? Держится. На хил. Да, еще успевает забрать Чоне. Очень красиво все. Было. Танк будет решать против того бойца.
Так, здесь на миду Мартис против Ланселота. И они как-то не в тех позициях, чтобы драться. Но тут же ответная ульта от Ланселота. И подходит сразу Лил на помощь. В тан идет Марла. И он нажимает ульту вслед за Лансом, из-за чего отправляется под вышку. Агрессивная игра дает свои плоды. Так, ну да, в целом абсолютно верно сказано. Агрессивная игра дает свои плоды. И сейчас, кстати, Маша абсолютно уверенно дефает опять на последней шкале здоровья своих вышку. Ой-ой-ой, да, влезает сюда. Тигрил дается ультимативный. Под это все нарезает Маша. Будет ли килл? Да, опять братишкин бедный. Захейтили его. Вудский очень сильно на лоу хп, но пытается оттуда уйти. Вудскому везет на... новичков, скажем так, но весьма популярных. Да, тем не менее, все еще впереди, так сказать. Так, ну выходит, что у нас здесь? Тигрил. Ой-ой-ой, задавил все-таки до конца на Маше под вышку и добил Вудского. На топе у нас, вижу, здесь идет какая-то непонятная заруба. Бакси вместе с Чане заходят на топ и там находят Халида вместе с Чане. Тут же поднимается ультимейт в Ремеди. И Халида не могут забрать, если сагрессивничают по-настоящему. Да, ты вполне прав. Но Лилу надо его... в антихил добивает такой щитом. Просто такой противный герой Бакси на самом деле. Но выживает Халид, хотя мог умереть. Выживает здесь. И приходят сразу на помощь со вспышки. Первый скилл просто сейчас Лила тоже заберут. А, нет, нет, нет. Ребята чуть-чуть не успели. Лил гениальный там. А, чуйка. Да-да, чувствует, что уже рядом где-то дело пахнет керосином. И там, где керосин, там, где трактор. Ну, правильно, там и трактор. Поэтому Лила туда смещается трактор. Вот. Поэтому Сава под Ангелой давит здесь. Братишкина, бедный брат. За что его? За что непонятно. 0-3-0, как бы. Ну, тем не менее, 5-7, камбэкнуть еще вполне можно. Кстати, Вудский на отлете мог бы хотя бы продамажить вслепую, но решил полетать. Да, не, тоже непонятно. Хорошо, хорошо подметил, Артем, потому что я не понимаю... Вудского. Да, я Вудского не принимаю периодически, смотрю, не понимаю на самом деле. И сейчас Вудского все-таки зажмут с двух сторон и зарешают. Единственное, что я сейчас понимаю, это как его убили. Вот стоп, просто задушили вдвоем подвышкой. Это все было элементарно. О, там Халид против двоих дерется на топе. Ну, ему там не уйти. И флеймшот такой... Халид против Бакси — это беда. Да, беда. Это не девушка, это беда. Про Ремеди сейчас. Так, ну все, здесь погибает Лейла. 5-0-4-0, братка. Не получается у него совершенно здесь. Зато сейчас счет нормальный. Да, да, да. Счет вполне себе адекватный. Команда хорошо справляется. 1200 золота имеет Лейла. Вполне себе в лейте хорошо наваливает. Поэтому даже если на старте все плохо, по счету не переживайте. Главное не тильтовать. А Маша у нас на боте успевает носить, кажется, уже вторую вышку. Да, Т2. Не-не-не, крипов снесла чуть-чуть, да, и ушла. А, ой, да, Марл да, пытается да. убежать. Он под двумя бафами, если сейчас заберет здесь. Ой-ой-ой-ой, как если бы не успел сейчас Купи нажать первый, да. погибал бы здесь спокойно. Но он успевает, мало того, что увернуться, так еще и сделать килл. И, ребят, у нас в чил-зоне играют настольные крутые игры. Да, сейчас собрались. Давайте посмотрим. Компании. Он Маша, правда, чуть-чуть сменившая свои волосы перекрас, так сказать. И все собрались, играют в настолки. Это очень у нас есть тем, чем позаниматься, чтобы могли люди отдохнуть и провести свой досуг. Он, как Дмитрий Куприянов, только кстати, что играл в GameStool. Я вообще, да, люблю на самом деле мы настолки, тоже но так, периодически. Вот Дженгу, вот мне особенно нравится Дженга, к примеру, как игра. Ну знаешь, где вытаскивать из пирамидки. Русские пропустили мы уже 2-3 килла примерно, и вот следующий отправляется. И Ремеди не успевает уйти. Ремеди не успевает уйти. Также на черепахе происходит сейчас драка. Может быть, Мила сейчас убьют, пытается Сава. Да, додавил все-таки здесь Бакси. Купи, не может догнать Сава, Сава, да успевает. Странно, оставался совсем один удар Купи, один навык, грубо говоря, и он мог добить. Но не срослось, видимо, КД. А теперь Ангела мешает добить Марла, но приходит на помощь Чены и команда. И также выживает здесь Купи теперь уже на лоу здоровье. Тем не менее, до сих пор ситуация довольно балансная. Опять ультимативным не до конца нормально попадает здесь, но тем не менее дамажит. А Братишкин на боте потихоньку уже снес башню. Да, вот я еще говорю, про него и только сейчас, чуть-чуть забудут, и все. И сейчас он пойдет наверх. Ну, главное ему успеть потом вернуться без килла. Опа! Убили Чане. Это нет. очень хороший килл на данном этапе. Чане уже хорошо наваливает. Это очень даже прекрасно. И у Братишкина 0-4-2 уже. Счет, тем не менее, 0-4-0. У Визера начинается передача. Сдохни или умри! Это сдохни или умри!
Так, и сегодня мы попробуем выжить от Ланселота на той шкале КП, на Тигриле без пассивки. Ладно, пытается Братишкинов делать свой первый килл в этой игре. Ну, Кристина, поддайся, пожалуйста. О, нет, похоже, не... Он чуть-чуть запутался в джойстике, об стену застрял... Кажется, ну, и вот тут находят. Ну, поспамьте смайликами, дайте киллы молодому. Да, да, да. Ну. Поставьте лайки, поспамьте смайликами. Да-да-да, или в чате, смайликами, на стрим лайков. Да, вот и, кстати, вот. Маша проносит как раз топ. Уже топ проносит. Очень хороший, интересный сплитпуш, о чем мы и говорили. Да, очень много сплитпуша. За счет вышек вывозит очень сильно команда Б. Ангела я не вижу. Ангела у нас находится на данный момент... Она потолкнулась к Маше, судя по реакции Маши, что Маша еще жива. Да-да-да. И вновь, вот, на 50 активаций, ребят, успевайте. Успевайте ввести, да, и получите очень море просто призов. Мой море призов. Да. Ё-моё, Челстрим погибает в этот раз. Все-таки Ангелу додушили. 13-15 счет. И довольно все в балансе. Где-то 1700 перефарм только у команды Б. Но это несущественно. На самом деле, потому что у команды А, я считаю, пик гораздо сбалансированнее. То есть команде Б нужно давить прямо со старта, чтобы выиграть эту игру. Ну нет, они даже в поздней игре могут через Машу пропушить в крайнем случае. В целом ты прав. Ну, поэтому Машу идет. Более сбалансированный пик, мне кажется, шансы есть. Я не говорю, что прям все, команда Б сдулась. Я говорю, что шансы появляются, ну, есть больше у команды А, чем у команды Б. Но это не значит, что шансы у команды Б нулевые. Я ставлю где-то 30-40. 40 на 60 на то, что выиграет команда А, ну, в пользу команды А. Но это довольно плотный шанс. Я не берусь спорить. Мне же интересно, у Братишкина не так уж много смертей, как могло быть. Да, то есть у Луцкого тоже 4 и также уже 5 ваншота. Потому что их не прикрывают. О, первый килл! И... Да. Нет, я думал, Братишкина первый килл. И Т3, кстати, Маша спушивает на этот момент на вот топе. Вот Маша подходит, а к ней подходит Ланс. Да, и вполне возможно. Наверное, Маша, да. О, так, битва 5 на 5, все на мид челлендж. Легендарь. Ребята, да или нет, голосуйте в чате. Мне бы очень интересно было посмотреть, потому что счет по деньгам почти равный. По счету, в принципе, тоже почти равный. Если бы сейчас 5 на 5 все подрались на миду, было бы очень интересно это посмотреть, да. Нужен Бравл мод. Бравл мод у нас сейчас необходим жизненно, как кислород. И закрывает сейчас Лила. Ну, Марл здесь ультимативный. Лил будет, не уйдет. Нет, да, Лил слишком не слишком много контролей и замедления. Да, и появляется, кстати, имеется уже лорд, что его можно забрать. Да, ребята, да-да-да, голосуем за да. Это поэтому быть... будет 5 на 5. Эта битва будет легендарной. Наша схватка будет легендарной. Да-да-да-да. Наконец-то достойный противник. Да-да. Вот, красиво, вот, да, малорики, ребят. 92%. О, ничего себе, вы так тоже этого хотите. И спушили Т1 на миду сейчас, ребята, и будут все собираться на миду. Наверное. Ребят, соберитесь на миду, чё вы как эти? Да-да-да. Ладно, все. Ну, они нас не слышат. Remedy делает вещи против Купи и выживает. Смотри, 96, по-моему, 95% проголосовало за. Я уверен, что большинство хочет. И теперь голосуют, чтобы не снесли трон до общего хайта. Ну, ровно по миду самое любопытное, что Маша до сих пор не спушила топ. А ей сейчас нужно уже уходить на мид, а Т2 на миду, то есть они равные по миду, абсолютно. Но, Маша, смотри, не намерена уходить на мид. Возможно, пока будет бой, сами крипы допушат трон. А? Пока они собираются на миду. А как-то не вижу, что команда сильно собирается. Алло, мид где? Ребят, задачу. Все, сейчас будет файт на миду, ребят, слышу, там Визор уже сигнализирует своим команде, что сейчас будет бой на миду. Прямо сейчас, в данный момент, будет бой на миду. Будет мясо. Да. Ну вот почему-то не все. Братишка ничего не перебрался туда. Очередной, да, что-то на топе. Что-то он на топе против Маши встречается и имеет шанс погибнуть, кстати. Ну что там, на миду собираемся, ребят? Ну Купи не хватает. Давайте, собирайтесь. Купи. Ну, они, Маша, видимо, Маша. Купи ждут, пока они... Ну, они же хотят 5 на 5, ну, да. А Купи мертвый, правильно? Значит, они ждут Купи и будет 5 на 5. Ну, надо Купи. Но мне Маша, не нравится то, что Маша в натуре пушит пачку, а потом уже уходит на мид. Савыч, вернись к своим. Савыч, они уйди. Да, уйди. Вернись, я все прощу. Да, помню эту тему.
Так. Ну что, 5 на 5, тот самый легендарное сражение, про которое говорит у нас Зверько. Начинается формация здесь сразу, моментально лил по Remedy. Тут же ульта, отлично, ультимать по троим, тут же накрывать все это дело. Фаша умирает просто здесь. Лейла даблкил делает на ответке просто Маша. Чане также делает килл, это размен 2-3. Казалось бы, как хорошо файт начался для команды А. Да, но отхилились, потому что антихилы, похоже, не куплены, да? Антихилы не куплены, ребята. И, судя по всему, это все-таки файт проведен в пользу команды Б. Тем не менее, когда накрыло все... медным тазом. Для команды Б, когда накрыло, в общем, Remedy здесь троих ультимейтом, было круто. Но плохо, что Фаша не в команде Б, а в команде А. Ну, по-моему, ваншот тоже хорошо накидал. Ваншот, да, вполне. Маша пошла пушить, не было, кстати, да. Лорда. И вот. Если сейчас они возьмут Лорда, то это заявка на победу. Они пушат Лорда, но у Лорда 10к, тут уже вовремя подходит Лил, и будет Лил, Лил! Давай, да он нет, не успел. Нет, не получилось. И пытается ваншота, кстати, убить, а Лил пытается выжить. Братишки, куда ты можешь помочь? Ваншот не сможет уйти. Но по факту, да, 2 там килла. Без щита, минус Чане уже не тащит. Вообще печаль, вообще печаль. Я хочу заметить, я сказал, что без щита Чане не опа, тащит. Опа, опа, братишки! Спина погибает опять монстр. Вудский, да превратись ты уже, колдуй. Колдуй баба, ультуй. Колдуй дед. Ульт хорош! Баба, ультуй дед. Красавец! Хорош. Минус, минус имеется у нас. Да. Remedy, но... И... божественная... А, ну все, ГГ. Сава, ну, с одной да, шкалой. Это... ему, ну, всем на него, нас. Сами знаем что. И, мы не заигнорили, да. Да, собственно, заигнорили его. И сейчас спокойно ребята радуются победе. И Валерий после такого... поражение к своей команде был вынужден обратно на трансфер в команду А перебраться. Это переходящий приз. Наоборот, наоборот. Выиграл теперь за команду Б, а теперь за команду А. Да, да. Это дополнительный игрок, который помогает пушить. Ничего не перепутал, подожди. Братишкин, команда А. Да, команда Б, все правильно. В этих диванах запутаться. Так, команда А. Команда А. Что могу сказать? MVP купи. Хорошо отыграл на лансе. Отлично. Все ребята старались, на самом деле. Братишкин играл как мог. 0.74. Хейтили его просто жутко. Здесь убивали постоянно. Не позавидую, я тоже такое бывает. Его еще обманули со сборкой. А, да-да-да. Сказали, купи вот это и все. Да. И в команде Б Сава. Он отлично на Маше стоял на одной шкале. Как... ну, Сава еще, да, тащил да, как мог. Хотя Сава не совсем. Это Сава. 17 косарей. Надамажил по вышке. Да, так. Ну, у Савыча 20% дамагу по героям. Напушили, да, достаточно плохо. У Remedy да, 23%. Да, 20% при этом 25. По героям. Да. Маша, да, которая особо не должна тимфайтиться, так больше пушит. Тем не менее, очень много урона наносит. Тебя нет, зачем? Нет, не видно. Но ты есть. Но ты есть. Тебя слышат. И у тебя нет микрофона. Тебя никто не слышит. Слышу так, только ну, нас. Ребят, если что, ребят, вам всем передает привет Купи, ребят, в чатик. Вам всем передает привет Купи. И я тоже передаю. И Зверько передает. Конечно, я передаю и вам всем. Вся и всем команда. Чмоки в этом чатике. Чмоки-чмоки. Давайте посмотрим повторы. От всей команды, так скажем. Передаем огромный привет. Ставьте лайки. И... лапки. Лайки, лапки, алукарды. Алукард, да. Так, ну что, здесь повторы замечательные у нас происходят. Вот как зажимают Вудского у стеночки. У меня просто постоянные хайлайты Братишкина, это как убивают. Отдельное искусство, но ну тут уже винить не за что. Убийство Братишкина как отдельное искусство? Я не позавидую, если бы я на его уровне, когда я ну только пришел в игру, попадался постоянно ну поиграть против Сава, там Remedy, Marl, Chillstream, Wizard. Там же по факту Chillstream, он в принципе довольно хорошо играет. Да. И 4 игрока, которые ну, на мажоре участвовали в топ-местах. Хотя тут не позавидуешь вообще прям. Ну, наверное, немного, может, ребятам обидно. Но они знали, на что шли. Ну да, что поделать. Люди сами в чатике выбрали составы команд. Они получили то, что хотели, ребят. В целом это все было предсказуемо, как можно так примерно сказать. А, я смотрю, как Тони Хоук играют, пацаны. Да, тоже хочешь Тони Хоук. Да, но это ремастер, там с физикой проблемы. А-а-а. Но тем не менее, довольно прикольно. И игрушка. Вновь нам да, повторяют да. Бой на миду. Бой на миду. Бой на миду был очень красочный. Бой как, за мед. Да. За мед. Бой за меду. В общем, в результате, когда в пятером ребята собрались, был очень красочный тимфайт, где каждая из сторон вдруг делала красивые мувы, убивала по 2-3 тела, но в результате размен был 2-3. То есть, казалось бы, потенциал урона разменились хорошо уроном, но в результате отхиливались и просто 2-3 разменялись. Казалось бы, какая была наметка на вайпаут двух сторон.
когда просто 5 на 5 в 7 месяца, а в результате какого-нибудь последнего живого, еле-еле молодого человека добивает тележка какая-нибудь, и все, и просто кроме крипов никого нет. Очень обидно, что вот когда тебя именно крипы добивают. Но тем не менее... Ты просто вот на крополях должен был уйти и копье в спину. И все, ты мертвый, там, знаешь, такие сверчки, такие перекати-поле, знаешь, когда... Да-да-да. Такие перекати-поле. И такая музыка, знаешь, из вестерна. Ну что, игра была красивая, но будет еще красивее. Что могу сказать, ребята? Постоянно не перестаем говорить про лайки, но надо, это нужно. И лапки. Ну это, в принципе, одно и то же. Там одна кнопка для этого, предназначенная на Ютубе. Понимаешь? Понимаю. Да, и главное, как можно больше на нее нажимать. А также подписывайтесь и жмите колокольчик. Любопытно, все-таки ребята играют. Сейчас да, кстати, вот сейчас мы все побросаем, пойдем тоже играть на столочке. Почему бы и нет? Поиграть на столочке, но я очень хочу покататься на вот замечательном, на котором Дмитрий Куприянов катался. А, кстати, да, то я выучил одну трассу на... На кресле. Очень классная штука, я бы классно, дома хотел себе такую. Да, представляешь ощущение соседей, когда тебе по голове все время бьет железными поршнями кресло. Иди сюда, А ну давайте пригласим деда в кадр. А где там микрофон, где там он лежал? Дайте микрофон деду. Дай микрофон, поговори с нами, что ты. А я не знаю. Ребят, где микрофон? Дед, иди ко мне. Иди к моим губам. А что, можно я сделаю? Да, тебя слышно, если ты говоришь прямо в микрофон. Ну дай ему... Дед стесняется, он хочет... О, да, давай к нам двоим, что ты стесняешься, молодой. Ну, микрофон где оставили? Я хочу с дедом... Приветствую зрителей. Здравствуйте, здравствуйте. Всем здорово. Всем здорово. Я, говорит, научу вас говорить. А ты-то что? Мы же тебя, типа, подлюбили. Подлюбили? Да. Как всегда. А? Никита дружит против картавых? Движение против картавых? Ты что, не слышишь, что ли? Ну ладно. Да все. Это шутка. Попей водички, успокойся. Это шутка, да. Не, все в порядке. Вы представляете, какой дед огромный? Дед, стой. Он вообще огромный. Вы посмотрите, он вообще ростом с меня. Я, кстати, его ниже. Вот дед, вот машина. Он почти как Купи. Еще бы чуть-чуть повыше, и Купи был бы второй. Оп, я закрыл деда, к сожалению. Я съел деда. Да-да-да, вот в эту камеру. Мы в прямом эфире. Не, все, конечно, классно. Вот теперь. Было бы классно, если бы еще микрофон деду дали. Можно деду микрофон? Микрофончик нам передают на сцене. Держи, все, дружище, что ты? И Валеру. А в смысле? А, это не нам. Аля, забрал. Валеру, блин, за что он там мордой лежит? Может, ты посидишь, поговоришь, я пойду Валеру пока возьму? Возьми Валеру, что он там лежит, скучает. Валеру возьми. Что, Валера, настало твое блин, время. Вот это вот непонятно. Вот так вот. Кстати, вот так я вот хочу заметить, у Валеры есть пресс. Вот пресс. Один большой куб. Один большой куб, как у деда. Да, получается, что так. А мне микрофон не дали. Вот так вот, получается, микрофон деду не дали. Хочешь, я тебе дам свой микрофон? Или я. О, давай я дам тебе микрофон. Ну, возьми мой, поговори. А я себя буду слышать? О, нет. Да, ты будешь нас всех слышать. Здравствуйте. Я комментатор. Что ты можешь сказать про матч? Про матч? Как тебе играть с популярными людьми? С самим собой? А, ну, конечно. ЧСВ на деде. Вот с этим популярным блогером. Неплохо, классно. С этим популярным блогером. А с кем кто разговаривает? Почему со мной разговаривают люди? Со мной говорят люди. Я слышу голоса в своей голове. Дед забыл принять таблетки и слышит теперь голоса в своей голове. Да, голоса в моей голове. О, а вот так я никого не слышу. Это хорошо уже. Дед. Здравствуйте. Нет, опять слышу всех. Передаем Юре слово. Здравствуйте, дамы и господа. Мы до сих пор находимся... Так,
отучился, был камбэк, к сожалению, поздно там показали. 17-39. Нет, там 9-35 был счет, и там чувак на керри вытащил. Как девушки могут быть уверенными в себе, если существуют такие стандарты красоты? Такие стандарты красоты? Это как, ну окей. Сложно, это было сложно. Дим. А тут? Такие стандарты красоты. Это было выражение лица стандарта красоты, которое было снято только что. Ты не видел? Выражение лица ласта – это стандарты красоты. Мы на этой позитивной, прекрасной ноте со стримхаты передаем слово комментаторам. Господа, как у вас дела? Что вы нам расскажете? Как дела? Нормально, нереально. Возвращаемся, да. И захватываем скоро, там. Ребят, ТикТок, я думаю, скоро захватываем, да? Да. Наша МЛК, да. Захватит его. Да, ну я уже там опять пиарюсь, Трекстерина, все, да? Дела. Да? А я только что ждал, блин. Ноль просмотров. Ну, я пару видосиков уже сделал, но я хочу со стримхаты нарезать просто красиво людей. С себя. Ну, мой же ТикТок, себя надо выкладывать там. Ну и танцевать буду, соответственно, что нет. Да, потому что ТикТок отходит платформа не только для танцующих девочек, но и для танцующего трактора. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть от трактора и от меня. От трактора танцы, от меня нарезку людей. Меня. Далеко нарезку трактора. Ну, настоящего Беларусь. Трактор Беларусь. Трактор Беларусь. Это нужно... Такое, конечно, не может. Нужна большая железяка. Да, неплохо. Понравилось именно про стандарты красоты на Маше. Очень хорошо. Это было очень быстро. Ребята такие, красиво, все. Красиво, все, хватит. Надоело. Ну, в целом, очень-очень-очень красиво. Ля, что делают? Опять приходуют молодого Валерия. За что, Валера? Валера опять попой. Валера, спасайся. Ну, это капец, ребята. Я уже все просто. Мои полномочия на этом окончатся. Мне кажется, или у одной команды участников больше, да? Там 6 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слева раз, два, три, четыре, но есть. Где Валерий? Кто-то перебежчик. А, Валерий, вон. Все правильно тогда. 5-6. 5-5. Валерий? А, 5-6. Но что, ты игрока вы никак матч не добавить? Математик на Никите. Получается, что я 3 балла. Да, ну что, у меня было 4, но оцениваю на, ну, знаешь, как синоптики. Ощущается на 3, на 2, второй, на 2 с плюсиком, на 3 с минусом. Кажется, эти 6 человек ощущаются на 3. Да, такое тоже бывает. Но в этот раз, возможно, будет великий комбэк. Хочется увидеть Братишкина на саппорте, чтобы он хорошо так раздал. Резкий драфт. Вот такой замечательный. Быстрый начинается. Переход. Да, такой моментальный переход. Быстренький, да. И... Ремеди воюет с подушкой во время драфта. Да, и одновременно, пока все любуются телефонами Поко. Окажется, сейчас у нас дед любуется Братишкиным вместо пика героев. Кто, как говорится, чем горазд, чем рады, тем и лады. Ну что, первый пополь Купа в бан. Это довольно долго этим персонажем отыгрывали команда Юрейн. И даже один раунд забрали у Девы этим пиком. Очень сложно было играть против пополя. Я так понял, Визеру нравится играть на пополе. Ну не знаю, как на данный момент. Просто на данный момент они вроде перестали его использовать. И поэтому, не знаю, нет, так, кстати, есть ли смысл. Кстати, как тебе Пополь? Пополь интересный, но в данной мете актуальность его потерялась. Но в целом на соло-лайн вместо бойца того же поставить на экспу вполне можно. Он очень быстро, если получает четвертый, да, наваливает знатно. Поэтому я даже, наверное, попробую это. У него много контроля, при этом он не просаживается по урону. Да, урон у него наоборот даже чуть ли не огромный. Ну, самый огромный, он получает четвертый, и все, и там уже идет навал, как говорится. Навал и отвал. Навал дамага, отвал... Башки. Да. Вот. Вот красивый какой молодой хлопчик. Вот. Если вы увидите его здесь, но не увидите на... У нас на Твиче. Неважно. У нас несколько покрашенных молодых людей, да? Получается, что я, повторяю за Братишкиным, покрасился вслед за ним. А получается, да, да. Да, вот так вот. Получается, что я не уникальный вообще. Вот так вот. Красивый, блин. Да, кстати, я тоже красился, но я был отвратительного желтого цвета. Мне не хватило ни опыта, ни знаний сделать себе пепельным блондином. Это высветление, да, идет? Когда надо получить такой желтый прям белый, а у тебя прям желтый, да? Как у Эминема получилось. Да, серебра. Я был желтый, как... Как Эминем, да. Как Эминем, да.
Вот. Жаль, речь не та. Так, у нас да, правая команда побанила А вот уже Горд бани, Попельку побани. Сразу. Ну там басуха пошла. В общем, забанили Урануса. Купи, выберет бойца. Сейчас, возможно, но Бартиш также в бане. Ля, красивые ребята сидят, блин, вот это вот компания, дружно. Да. Не хватает вот это костерка по центру, чтобы вот прям сидеть, греться, играть на гитаре. Вот. Но пока что Купи играет на наших нервах, потому что до сих пор не выбрал персонаж. Опять же, нашим зрителям повезло, что нет гитары, иначе я бы заставил их слушать. О, да. О, да. Не, ну, в целом, да, бывало, ты сыграл, по-моему, на «Мафии» тогда. Да, божественно, на «Мафии», хорошо, на «Мафии». Так душевно было. Особенно я, когда пел «Линкин Парк» не в такт, это было вообще божественно. Ладно, такие локальные мемасики. А мне кажется, Купи там... перестанет играть, на... вот, перестал играть, да, на наших нервах, пикнул Роджера «First Pick'ом». И, возможно, хотят попробовать Роджера плюс Ангелу сыграть и дать братишкину Ангелу. Это вполне может быть хороший вариант. Просто скажут ему «Ультуй в Роджера», просто «Ультуй в Роджера». Все, там особо сложного ничего нет, и можно спокойно разобраться и наваливать баса, танк. Я слышал на интервью, что братишкин хотел играть на том персонаже, который его контрил, накидывал много стана. Ты не помнишь, кто это был? Баданк, наверное. По-моему, не Баданк. Стан Маша? Ну, кто его хейтил? Маша, Баданк, и все. Нет, не Маша. Маша была на другой стороне, она была на топе этот, с двумя клинками. Мартис? Мартис, по-моему, Мартис. Я не видел, чтобы он прям его уничтожал. Я видел, что в основном на нем сидела Маша, Сава бегал, когда по лайнам задевал его, и видел, что его убивала... Ком, я только что сказал. Баданку, да. Вот Баданк там здорово разминал, как говорится. Ну, имеется Халид, также Баданк, отлично... Отлично. Неужели сейчас хотят напихать 5 бойцов против 5 АДК? Ну, кстати, будет любопытно достаточно. Ну, вот Роджер не совсем стрелок, ну, можно на мой взгляд отнести, поэтому пускай, если напикают остальных стрелков, все равно это будет 5 АДК, как ни крути. Ну, да, да, но нет, да, не по будет. Правилам. А, может, Хильду хотят дать братишке? И сказать «сиди в кустах»? Просто сиди в кустах и все, ничего не делай. Сиди, регенерируй. Да, регень потихонечку свою здоровье, получай щиты и будь довольным. Вот. И забирает здесь себе, ребятки, Ван-Ван. Да. Уин-Уин. Уин-Уин. Это как было популярный мемасик про клоунов. А там Клауд, когда пикается, он говорит «Клауд». И задавливает звуком, ты «Клаун». Клоун. Типа я над этим периодически так порофливал было дело. Я потерялся с этим. Да, бывает, абсолютно верно. И в бан у нас отлетает также Атлас. Тот персонаж, который на 100 к 1 был топ, ну, самый менее популярный ответ, но он давал очков много, и мы могли отыграть, я бы получил свою плюшу на Гвиневра. Хэштег «Дайте трактору плюшу на Гвиневра», пожалуйста. Кстати, да, будет вечером драка за плюш. Получается, что так. Бля, нога, как у Ласта, прям такая лежит, честно. Верните ногу, помните, было, помню. Было, помним, и что забанят? Я боюсь, несколько призов унесет Купи. Просто потому, что может. Купи просто тут самый большой, самый высокий, и может себе позволить. Сава у нас пикает убийцу. Ну, пока что еще неизвестно. Так, ну так, не знаю, может Савыч, пикнуть давай. Вполне себе позволить, может себе Селену, почему бы нет, ее сколько раз банили, а так хоть дадут посмотреть на этого персонажа, я бы Фанни вот посмотрел бы с удовольствием. Кстати, я ожидал в прошлом бою Фанни. Да, но... хотелось бы хоть раз увидеть. Но я думаю, надо, чтобы кто-то играл со стороны братишкина и давил Фанни с его стороны, за его команду. Получается, что так можно было бы попробовать. Но забирают Руби. Руби очень интересно. Кстати, бан второй Хелкард. Очень интересный перс, и я не знаю, почему его не в приоритет пока что ставят, потому что он гиперсильный. Ну да. Он таракан. Я вот сейчас люблю на Кае играть. Его, его не словишь. Линга не словишь, Хелкарда не словишь. Просто нажимает одну кнопку и уходит из-под тебя. Сложно очень все. Хуфра и, кстати, Циклопс. В народе мейн. Тумбочка. Да, мой бывший мейн, но сейчас, мне кажется, его все еще недостаточно апнули. Недостаточно апнули, но тем не менее, если захватить на нем старт, можно вполне себе показать приколов. Навалить. Приколов навалить? Навалить фон кабаса, как говорится. Ну, ты смотрел, команды справа достаточно много будет сейчас контроля. Да, очень много контроля.
О, Рафаэля, тот персонаж, которого я и назвал самым редко пикаемым персонажем тогда на игре «Сток одному», и она не сработала, ставочка, но это потому, что зрители отвечали на вопрос самого непопулярного героя. Но сам я смотрел по статистике, там, когда я озвучивал видео про Идору, там ее реворк, там прям видно было стату других героев, и там была Лейла низкая стата, но сейчас ее реворкнуты, или была Рафа прям реально... очень низких позициях прям, и я подумал, что это сработает. Я думаю, сейчас могут сыгрываться люди на Броуди и Рафаэлла. То есть Рафаэлла сможет Броуди ускорять, а тот за счет своего темпа, подскока атаки и отхода, накидывать дамаг. Ну да, почему бы нет? Пента для Братишкина. Первый сразу челлендж залетает со старта. Почему бы нет? А, кстати, Братишкин да. пока не подразобрался в игре, а уже против киберспортсменов играет, который не первый год, и ему наверняка очень сложно. Так что брату Пенту, Пенту да, брату. Да, давайте, ребята, давайте накинем Братишкину Пенту. Сразу в хайлайты, в ТикТок. Не забываем заливать моменты. ТикТок. Можно с игры, можно со стримхаты, с хэштегом. Все помним, все делаем. Очень хочу, Хэштег помним Братишкина? Помянем. Опа, не, все-таки да, 50. Давайте, давайте. Смотри, как, давай, что? Голосуем, ребята, голосуем. Давайте, так. Ну что? Подмогнем Братишкину. Что? Братцы, братишки. Да. 3-2 вновь бой на старте. Да, сразу залетают ребятки на мид, забирают, показывают свою позицию, что мы тут намерены запотеть, забирают сразу очень быстро пачку, заходят на вазон и заходят на баф. Не сказать, чтобы прям гипер голосовали за Пенту для Братишкина, но видно, что все же большинство за это, и я этому рад. Где-то радуется один трактор. Вудский, кстати, все-таки играет на Фильдя. На ком, кстати, Братишкин? Я вот этот момент проворонил. Он играет на Москве, кстати. На Москве там он играет, да. Это очень хорошо, если бы он получил на Москве пятую. И в итоге, да, все-таки голосование. В общем, срабатывает и получает. Сейчас получит Братишкин свою Пенту. Ну, Братишкин пока держится. Я видел, что у него просаживался по ХП. Оп. И тычечка ваншот залетает от ваншота. И, кстати, он теперь не один шот, а ваншот, как должно быть. Братишкин еле-еле выживает. И код залетает у нас на экран. Ребят, вводите и получайте кучу разных классных призов. Агрессия у нас происходит. Да. Ожидаемая агрессия на... центральной, да, от линии. Лила. От Лила, да, залетает он по ван-ван, как контра, но тем не менее четвертого нету ни у него, ни у Циклопа, но Марла на лоу хп продамажит. Циклопа пока нечем накидывать. По факту да, но шанс... Смотри, ой, хорошо, молодец. Так, и... но не могут додамажить, как же сильно хилится он. Да, и экзекут Рафаэль под вышкой, если бы тычечку дали, то было бы, по крайней мере, очень круто, молодежно и балдёжно. Я ни разу не сказал слово балдеж за стримхату. Это непорядок, ребят, надо исправлять. Визор хочет очень сильно Лила. Не скажу, что именно, но он хочет очень сильно Лила. Да. И Марл поддерживает, но слишком поздно. Да, но не сказал бы, что у них есть шанс убить. О, Вудский запотел. Опять чил стрима душит. Перестань, пожалуйста. Сейчас перестанет, ребята, я попросил. При том, что Вудский в реале начинает его душить. Да, в реальном времени берет и душит, поэтому, ну, одной рукой душит, второй там на телефоне кнопки нажимает, чтобы его убить. Так, ну что, залетает на центр Братишкин как к себе домой, и Роджер, кстати, убивает ван-ван. Визор погибает. Смотри, прям уверенно держится против Рафы. А, ну да, ему же пенту должны отдать, я забыл. Да, пенту надо отдать. Ну, я не знаю, слишком мало урона у Москва, чтобы дать пенту. Так, стоп, а где пента-то? А, да, ребята, где пента? Я все понимаю, но пента как бы где? Мне кажется, дамажить. Так, хорошо, есть один. А, вот есть второй. Какой, куда? Почему циклоп убивает? Что ты... И серию прервали. Где пента для Братишкина? Что за этот самый? Что за... Мне кажется, ваншоты сейчас будут в реальности уже бить. Сейчас пойду, да, душить ваншота за то, что он сделал на миду и забрал фраг у Братишкина. Тем не менее, подходит. Здесь Вудский по визору. Нет. Ага, в крипа. Крип. Ну, тоже. Топ-ваном бы ванцали. Ой. Как у нас размен идет здесь по скиллам. Первый скилл Лила в размен на ульту Сава. И пытается душить, душит своего тиммейта. О, ну, морская черепашка по имени Наташка. Кажется, опять собираются на миду, нет? Наверное, но они до сих пор не отдали пенту. Надо отдать пенту, братишки. Так, ульта от Баданга. Сразу заходит по купе здесь.
И Купи, смотри на это ХП, да, погибает все-таки, да, от Халида, от пассивки его, так понимаю, он от, даже не просто удара по нему, а под пассивки именно, что она ударила одновременно его, нет, это сразу идет, братишкин делает один килл, будет сейчас второй. Угу. И я думал, что будут убивать в команду трипл есть. Синих и отдаваться братишкину, но похоже, что-то пошло опять не так. Так, ну хочет Визер все-таки забрать фраг. Но маньяк здесь надо еще убить. Баданга будет пента, та самую, которую должны братишкину отдать. И Челстрим хочет подойти и отдать ту самую пенту. И опять. Так, отберите у него телефон. Пожалуйста, отберите ваншота телефон, умоляю, кто-нибудь. Это просто, что за хейтер? Вообще. Они, видимо, специально. Пенту-то нужно получить, а ваншот стелит фраг, и нужно опять идти отдавать пенту. Это хитрая, грязная игра от ваншота. Вот такой вот он, запомните его. Так, залетает, уже неудержимый, очень красиво, 8-1-3. Прям в сравнении с предыдущим, меня начинают бить. Предыдущим раундом, по сравнению с ним, прям очень хорошо играет. Так, Москов. Кстати, да, все-таки он погиб. Он как будто нашел своего героя. Да, подвижный стрелок. Да, Москов очень хороший стрелок, поэтому. Но играть на нем тоже так со старта довольно и сложно. И Вузский почти скрылся. Но нет, Падан говорит: не сегодня. Ора, ора, ора. Так, что мы говорим о богу смерти? Не сегодня. Так, погибает Сава от ваншота. И огромные шансы победить у команды. Будет 1-1 у нас в результате. Черепах, кстати, убили Визера. И тогда будет третий бой? Ой, я вот этого не знаю до конца. Следующий бой у нас будет со зрителями, кстати, ребята. Да, да, будет еще некоторая активность, и потом будут гости против зрителей. Так, ну что, что я могу сказать? Зачистка бота пошла. Монетка, монеточка. Забирает там. Опа, отличный переход на мид. Собираться ему. На мид, да? Да, да, минус ему Т1. Сборку ой, на боте, смотри, там приколы происходят. Вудский погибает моментально. Ой, хороший стан. Просто по визору идет. Пытается стак не отдать. Визер не успел нажать ульту. Вроде как он его настакал. Просто не успел нажать ульту. По-моему, он отпрыгнул. А, да, не, да, не, да, стак настакал, бы настакал. После смерти Ван-Ван все равно остался. Так на нем, видишь, да, нет стаков. Да, да, да. То есть, все скорее верно. Всего, он успел настакаться. Просто не успел нажать ульту. Очень отличный отыгрыш. Забирает себе клинок охотника на демонов. Хороший прыжок от Лила. Также погибает и Баданг. Это неплохо. Мог бы подключиться к ним. Но он хочет впервые забрать синий, ну, баф, да, оппонента. Да. Ой-ой-ой. А на топе. На топе Халид. Давид Халид. Притаился, так сказать, немножечко. Марл пытается выживать до последнего. О, Марл, у него есть все шансы уйти. Так, братишкин против двоих. Битва на реке. У него очень много фарма. 9-2-4 счет. Поэтому да, он может себе такое позволить. Почему нет? Поэтому, ребят, голосуйте. Нет, либо да. Мне кажется, что я было бы проверить. Да. Но смотря кто выйдет с ним драться. Возможно, они поставят самых сильных там персонажей. Там Баданга и, допустим, Визера. Там под контроль Баданга Визер настакается и минус будет. А, тоже разнообразная деятельность. Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, откидывает Челстрим своим кулаком ярости. Запрыгивает Лил, тут же все стаки ловит просто, настакивает Визору. Ой, хорошо подловил его на ульту, но сбил это все дело Визор своим очищением. Идет дальше отыгрыш, Бадан забирает здесь Хуфру, сзади даблкил, забирает себе еще и Циклопа, и покупает клинок охотника на демонов, урон с которым увеличивается просто многократно. Команда Б доминирует и может сейчас забрать две вышки, но отдав вышку на боте. Да, ну, по боту идет Москов, по боту идет Москов. Дефас идет Руби, но нет, он вынужден выйти сейчас драться один против двух, я так понимаю. Чувствую, а, ну, скрывается от Вудского. Ай-яй-яй, как красиво! Как это было хорошо! Да, очень красиво. Увернулся одновременно, подстанил. А может, братишкин кому-то телефон передал? Нет, я не знаю. Парень начал играть хорош, да. Нашел как будто. Ну, что я могу сказать за... Что-то я хочу сказать, но этому... Голосование залетает, да, голосование закончилось. Влетает здесь Хуфра просто по Марлу. Пытается он выживать, но не хватает ему совершенно вампиризма. Погибает Вудский, погибает след Халид. Что происходит? Вообще 2 в 2 размен здесь, но еще... Будет ли что-то продолжение какое-то? 2 в 3 размен и выгоднее все-таки команде Ай. Неужели будет 1-1? Залетать пытается Куфра, но есть щит на Баданге, из-за чего тот продолжает ультовать. Тем не менее, по Рафе прыгает. Рафа умирает. Челстрим пытается убить Купи. Как мало у него ХП. Но нет, уходит. Купи очень много наловил, при том, что, ну да, он забирал. Роджер довольно сильный персонаж. Да, Роджер сильный персонаж. Но в этой версии он уже, по-моему, немного понерфлен.
Разве? Да. Ну, если наверное, его еще сильнее понерфят в будущем. Так что, ребят, недолго вам танцевать. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Ваншот погибает от Марла. Марля. Марля. Марлевый Марл. Марля. Марлевая повязка Марля. Давила на шею. Марл, кличка Марля. Ну что, звучит интересно. Сава. Мне бы понравилось такое, конечно. Вот. Но у меня не этот кличка Трактор. Поэтому что ж поделать там. Мне кажется, сейчас Саву обуют в деревянные сапоги. А нет, нет, он уходит. Не получится. Вудский что-то ульту в него не отдал. Там Вудский плюс сверху Братишкин. Опа, отлично, залетает Лил, но чутка успевает отпрыгнуть Сава. В результате Лил почти настакал Ван-Ван и получил очень много урона в лицо. И хорошая ульта была от... Ну, добивать было некого. Братишка хорошо кинул копье. Да, да. Отлично кинул копье, попал. Но тут дело даже больше не в добивании. Ульта Москова дает пассивку в увеличении физдамага. И она периодически бывает очень увесистой. Да, такой. Но файт уже развалился. Да. Было бы интересно ультовать до файта, попадать под двойной троим, и с этим уроном уже залетать драться. Но многие так не используют. Только профессионалы так делают. Ой-ой-ой, Купи забирает здесь спокойно визора и дальше пытается чилтрим накинуть по нему. Руби пытается оградить от Баданга, но не помогает это дело. Все-таки еле-еле Сава, оставшись на ОХП, собирает Руби его. Руби выбивает их. Ай-яй-яй-яй. Но вот если бы он собрал уже антихил к этому времени, он мог забирать Саву. Ой-ой-ой-ой. Вот это, кажется, вот это Банкста. Это... Осуждаю вот это вот Руби. Руби, она же несовершеннолетняя. Ну что ж вы так с ней-то, ё-моё. Это не нельзя. Это же всего лишь маленькая девочка. Да, нельзя. Сава делает отчаянные попытки сопротивления, но все-таки его... Ай-ай-ай. Да, вот так вот его тоже. Ой-ой, визер, за шо молодого? Я не знаю, что у нас за команда несовершеннолетних девушек? Там Рафа только совершеннолетняя, да? Ну и Баданг тоже взрослая такая женщина. Опять же, ее возраст неизвестен, как я помню, да? Она же ангел, ее возраст неизвестен. А что? По факту так. Легчайший просто второй первый закинул и перемога, как бы, как говорится. Ой, Тилстрим. Ай, подошел прямо под ульту. Ой, поменялись сейчас телефонами, смотри. Что они с Вудским менялись телефонами. Видимо, ненадолго. Бадан делает килл на циклопе. Хуфра разменивает этот килл. И 2-3 пока общая ситуация файта. О, спамит, видишь, этими возвращениями. Да. Выеживаются. Выеживаются. Там одну букву поменять уже как бы, а? Ну, да, я думаю, все поняли. Да. Да, конечно, все понимают. Умные зрители, которые ставят лайки. Отлично, залетает по двоим прямо. Делает килл сразу на кильде. Моментальный килл идет сразу следом на Роджере. Пытаются гнать Куфру. Но не получается особо. И что у нас вновь? Разбег и не заканчивают что-то бой. Братишки, ну что, да, кто это там? Братишка, рассказывают что-то, советуют какую сборку, какой предмет. Я лично сейчас подойду и расскажу 4 зеленки мимолетка. Все, я так сделал пенту, значит это работает. Это до сих пор самое большое по просмотрам видео. Шла 40-я минута, Братишкин собирал сборку трактора, да? Мою, да, вот эту фирменную. Правда, я это собирал года 1.5-2 назад. Это до сих пор уже самое такое видео знаковое. Так, отлично, опять ульт от Халида. Ничего не противопоставишь. Опять по двоим просто. Сбили возрождение Лилу. Что делать? По-моему, это пахнет камбэк. Да. Кажется, так пахнет камбэк. Ну, по деньгам видно, что все ровно. Видишь, вверх-вниз. Все, да. И все стало на свои места. Все по-ровненькому. Сейчас еще скачок будет по деньгам за счет вышек. Да, они сейчас все заберут вышкой. Рафа тем временем убивают Хильду. И что у нас? Роджер один живой, ближайший союзник, 12 секунд, ваншот. И походу это GG. Что делать? Зверька, помоги. Да, и сверху еще идет лава по топу. Опа. Купи делает. Пытается он сам. Может, но да, если слишком много контроля. Да. Он мог через Савыча появился ваншот. И добить остальных. Появился ваншот. Сава погибнет. Здесь все-таки, да, забирают крипов. Залетает Лил. Не долетает чуть-чуть до Ремеди. И чего идет результат Москова. Пытается он здесь отыгрываться. Будет он сейчас... А, он пошел дефать Лорда. Отличный очередной килл от ваншота. Забирает он Рафу. И Лорда здесь пока нас дефали. Получили у братишки нас сейчас Марла. Пристанет хорошо к стене. Хильда пошел ультимейт по Руби. Мне кажется, ребята все-таки отдефались, и у них все еще есть шансы выиграть. Да, но тем не менее, они просили по фарму 4 косаря, хоть не гипер преимущество на данном моменте игры, но тем не менее, это довольно неприятно. Ну, 4 косаря, это, простите меня, 2 предмета.
Ну, на 14-й буквально минуте, как бы 4 косаря. Ну, 2 предмета, но мы смотрим на командное преимущество. Если бы одного человека 4 косаря, это да, это круто. Но это да, уж у всей это команды. Да. Это надо смотреть, у кого это больше всего преимущество. Если там на один предмет больше у какого-то кора, то да, это уже проблема. Ой-ой-ой, просто подловили Вудского, бедный дедуля, что с ним поделать. Однако стар пожил. Однако пожил стар. При отставании по голде есть возможность преимущества, если убивают топ-игрока противоположной команды. Да, да, там дополнительное золото получает команда. Убили Марла, убили следом Визора, и размен уже 2 в 1. Разменяли дедулю на двоих просто спокойно. И будут пытаться, наверное, преследовать. Лил, по крайней мере, пытается, но вижу, что Москов с ваншотом... Братишкин с ваншотом отошли дефать топ, пока непонятно, зачем Лил пытается там все еще прыгать. А, получил стрим, у него нет ульты, это отличная возможность убить Баданга. Баданг погибает. Что будет дальше? Да что у нас будет дальше? У нас, кажется, Сава сейчас отъедет. Если, да, это... Нет, кажется, нет, это нет, он хилится сел. А, нет, ну, все, еще в купе сейчас нет антихила. Вот вы посмотрите, когда нет антихила, что бывает. Плохо, да, но, тем не менее, да, все мертвы, кроме Руби. Есть крип, сейчас, скорее всего, заберут Т3 на боте. Да, Т3 на боте упадет, и плюс Марл тоже упадет в таверну. Спокойно забэкдорили без крипов, тем не менее, они уже вот-вот будут патроном. Ближайший союзник через 13 секунд это чиллстрим, и будет еще также Рафаэль Ремеди. Но крипы уже здесь, Визор, антифиз пошел, пытается здесь что-то делать, но Роджер не оставляет и шансы. Все-таки команда А взяла камбэк. Команда А берет камбэк и побеждает в этом матче. Отличный отыгрыш, очень хорошо, братишки нам чего. Вудский ваншот купили. В принципе, в этот Марла чуть-чуть там Ремеди. Марла закрыли, да, кажется? Не-не, там Ремеди играла на Рафе, а Марл на Руби. Перепуточки. Но в результате что получается? 1-1. 1-1. Ребята сделали камбэк, молодцы. Да. 1-1, и это очень интересно. Не знаю, будет это как все или будет еще один раунд? Ну, мне кажется, это надо раунд уточнить. Последний, можно? А далее... Раунд был второй и последний, правильно понимаю? Я так понимаю, нас задушили опять. Ну, получается... Да, вас действительно... А пенту вы так и не отдали, кстати. Мне кажется, тебя реально душили, вы можете посмотреть... Старались его... отдать пенту, но ваншот специально стилил last kill, да? Да, last kill застилил ваншот. Ну да, не, ну такое себе, конечно говоря. Ну, отличная, отличная игра. Все-таки камбэкнули, 1-1 взяли. Так что в целом победила дружба хоть где-то действительно. И... Пупи серьезно оторвался. Хотя нет, не серьезно. О, братишкин все-таки 11. Убийство, ваншот 11. Да? Так да. Уж, не так уж и далеко. От братишкин оторвался. Да, да, да. Так, чуть-чуть поассистировал, чуть меньше разве что. Но в целом все довольно на уровне. У команды ваншот в лидерах по дамагу. Ну, это для мага нормально. Да, вполне себе. 32%. 32% на тумбочке. Тем не менее, братишкин с таким же количеством фрагов всего 20%. А у команды Б весьма ровненько у нас, да, по стабильно урону. Даже 17% у Рафа. Это довольно неплохой результат, кстати, на Рафе. Парт во вторике дальше. У нас любопытная. Вот это довольно насыщенная была игра. 44 на 24. Это за всю игру было 68 фрагов сделано. В этот раз математика моя работает куда лучше. Да ты посчитал на калькуляторе. Да, на замечательном поку. В общем, здесь у нас получается что? У нас, если посчитать по времени игры, у нас каждую минуту делалось по 3-4 фрага. Спокойно почти что. То есть... Ну, по три стабильно получается. Битва была жарковатая. Да, очень насыщенная игра. И даже несмотря на то, что огромное преимущество было у команды А, ну, в результате все какой-то баланс вышло в итоге. Даже ну, в обратную сторону. Очень интересно смотреть, когда есть камбэки и прочее в игре. Да, да, да. Мы рассуждали тогда в аналитике, что лучше смотреть, что лучше определяет скилл команды, да? Угу. Мы сошлись на мнении, что как раз вот эта катка самосвальная, которая от старта до конца, и все, и там 6-7 минут, но ну, сейчас уже таких каток нет, но очень быстрые катки, где преимущества особо не отдают. Да, ребят, напишите в комментариях, как нравится, какие бои нравятся вам. Зрителям нравятся больше всегда игры с синусоидальными графиками, когда все непонятно, когда все неизвестно, и don't know, что будет дальше, как говорится. А? А, сейчас, да?
Блин, так хотелось еще поговорить со зрителями про игру, Зверько. Но мы с тобой как бы не прощаемся, а передаем. Это здесь, но я выхожу так, на время из кадра. Дальше будет интервью у Деву, и мы как раз-таки спокойно понаблюдаем в домашней обстановочке. На меня Маша так смотрит. Мне кажется, я скоро ее опять замейню. Очень красиво все здесь получается, да. Без когтей опять, с рукой. Мне жалко, что пока не видно, но скоро станет видно. Очень гипернасыщенная игра, столько фрагов не прокомменчено, но главное, вот, давай попозже, мне сейчас комментируй. Мы сейчас начинаем зависать. Это просто, ну все, ладно. Это просто балдеж небольшой происходит. Там потом покажем, что за балдеж происходит, но мне кажется, многие... Я не могу, происходит такая. А ты зачем переводишь в это? Балдеж у нас был такой, что Маша ушла и не покажет теперь балдеж. Ну, она вот так коготками, да, вот этими, своими огромными коготищами, своими вот так вот делала. Почесала волосики. А ты знаешь, как этот массажер для головы такой, как венчик, знаешь, да, вот такой? Я покупал на Алиэкспресс, но самому себе никак не приятно. Самому себе не то, как говорится. Да. Вот. И зато собаку видел, как делают, и чешут там вот эти массажеры. Чужую? Идешь по улице с этой собакой? Чужую собаку. Собака какая-то. А был такой видосик, где собачку чешут, вот так сзади, такая, это как кайф, кайф, да. Она дергает ногой, как в узкий, когда выигрывает. Ну, у меня, да, ну, когда животное, я говорю, собака, на видосе такой кайф, да, он такой, кайф, да. Да. Видел? Вообще, животное вообще красивое. Но мы куда, как мы вообще сюда? Как мы с этим животным, да, казалось бы, куда мы трактор и зверько. А, ну да, тут у нас предполагалось. Сразу же переходим. Да. Соболям, к собакам. Соболи, собак, соболезную. Где-то у нас здесь ходит. Вот кот. Соболезную Валерию, который уже который раз... Кажется, Валера подсдулся. Переметнулся уже который раз на которую к нам сторону. Приближается. Нет, не приближается. У нас сдувается на заднем кадре Валера. Потихонечку сдувается, да, Валера. Ремеди душит Валеру за попу. Там немножко в другой области. Я рука. Не буду об этом говорить. Вот так вот уже получше. Но какая-то, знаешь, целлюлит, блин. А ну все, Валеры далеко за 80. Валерий далеко за 80, но не любили. Проблема уже, все, потенция не та. Что делать? Что делать, Валерий? Кого? Подойди к нам. Кто такой Валера? А где микрофон для нее? Есть микрофон? Дайте микрофон. Микрофончик будет в этой жизни? Микрофончик можно? Объясни, кто такой Валера? Ближе. Это наш любимый мальчик, который уже сдулся. Он уже, да, что-то такой вялый, вяленький такой. Во время напряженной игры душили и Валеру тоже. Душили Валеру. Душили Чила и Валеру. Тут где-то у Валеры появилось небольшое... Есть пробитие, как говорит. А, на пальце, наверное. Я не могу понять. Ну, где? Кстати, у Валеры есть противопоставленный палец, так что он вполне может играть. У Валеры зато есть кнопка лайк, которую, ребят, вы прямо сейчас можете прожать. И уже, кстати, уже 5000 лайков. Я просто пока комментил, не мог посмотреть. Я тоже не мог посмотреть. Я видел, 4400 было лайков на тот момент. Ну, это хорошо. Кто знает, сколько сейчас? Еще интересно, сколько онлайн? 4700 лайков нам еще передают. Еще чуть-чуть, и будет 5. Плюш, давайте, подожмите. Плюш будет, вот-вот плюш будет, ребята. Поэтому лайк нажмите. И лови коды в трансляции, которые у нас коды, продолжают поступать. Да, продолжать, кодов много, и коды будут еще и не раз. И... А мы-то не можем их водить. У нас ну шо, давай, здесь. Давай по морсику ягодному. По морсику? Рассказывай, да. Зачем ты мне? Рассказываешь, как там на даче дела, вот это, как там, перековырял свою чепырку. Давай перетянем промокодик, и пока поговорим про дачу. Так, да, промокод оттуда, да, ну так, раз, два, три. Промокодик вот здесь, вводите его. И в чате получаете... написано, как вводить это. Ну, чат-бот в описании кидает. Там есть ссылка. И в описании там, тоже, да. И вводите этот код и получайте призы. А как у тебя дела на даче? Дела у трактора на даче? У меня дачи нема, у меня же участок свой земельный. Вот, и я там, вот в Севастополе, скала, блин. Невозможно нормально дом построить, приходится киркой, я в Майнкрафт играю ежедневно. Вот так вот. Ну, думаю, что мы пока поговорим, а Александр пока поговорит.
друг с другом. Да что там? Давай, раз. Нормально все. Ну, перекапываем, перекапываем. Ну где Саня-то? Александр. Саша! Санек! Александр. Вот он. Мертвый отряд, а не жив, чтоб победить, что любовь, то уже любовь.